Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 декабря 2020 года. И я продолжаю новый цикл нашей замечательной ожившей поэзии, который я назвал «Об ожившей поэзии слово». Замолвить, конечно, подразумевается замолвить слово. В этом цикле я рассказываю о нашей ожившей поэзии, о своих соавторах, о цели нашей ожившей поэзии, которую я отразил в стихотворении «А я пою поэтов имена». И вот вчера произошло замечательное событие, когда за почти, 4 года активной работы нашей ожившей поэзии впервые поется и мое имя. А я пою поэтов имена. Есть у меня такое стихотворение, я его читал, сейчас не буду читать. А теперь наступил черед, что и мое имя поется. Но действительно, наша ожившая поэзия, и есть такой список имен всех поэтов, на стихи которых написаны песни, композиции, романсы. Этот список сейчас, на данный момент, более уже 450 поэтов. Но там, конечно, есть и мое имя. И вот вчера мне одна моя любимая поэтесса, я считаю, это московская поэтесса, королева романсов. У нее изумительные романсы. Мы недавно начали с ней работать и будем делать книгу Верона Шумилова. И вот она мне подарила такое замечательное стихотворение. Я сейчас вам его покажу. Называется «Он пил, поет и будет петь». Он пел, поет и будет петь под звоны своей души, что радости творит. Планета шлет Фурмовичу поклоны и сына своего благодарит. Это эпиграф, и давайте я прочитаю это стихотворение. Среди тревог земных, среди печали, он пел романс о счастье, любви. Его слова красиво так звучали, дарили миру радости свои. И мир хмелел, был снова интересен, рождались песни, чтоб тепло дарить. И песни были, были сотни песен, они учили, как дружить, любить. И плыл романс над грустной планетой. Она с восторгом слушала его, и он ей пел с рассвета до рассвета, даруя свет из сердца своего. Он пел, поет и будет петь под звоны своей души, что радости творит. Планета шлет Фрумовичу поклоны и сына своего благодарит. Среди тревог земных, среди печали, поет он вновь романсы любви. Его слова так много означали, дарили миру радости свои. Такое замечательное стихотворение. И я сложил на это стихотворение песню, которую я вам сейчас покажу. Наверное, сейчас одну секундочку я попробую восстановить там, где я был. К сожалению, я не особо тоже знаю компьютер, но я много вообще-то когда-то занимался этим, и поэтому вот мне легко дается многое делать на компьютере. Сейчас мы найдем. Если не найдем, то мы что сделаем? Вот видите, вот я уже нашел. Итак, давайте немножко послушаем этот романс на стихи моей любимой
поэтессы Вероны Шумиловой. И наш сегодняшний выпуск будет посвящен моим любимым соавторам, соавторам ожившей поэзии. Их у меня 450, но есть, конечно, любимые. Давайте послушаем на их стихи некоторые романсы. Среди вечера под первым романс о счастье его слова красиво так звучат. Приостановим. Я ролик не буду приостанавливать. Ролик я сделал из картинок интернета. Поэтому ролик пусть крутится. Тут есть и мои фото, и мои книги. И этот романс прославляет, конечно, в первую очередь не меня, а нашу ожившую поэзию. И сегодня я в цикле об ожившей поэзии «Замолвите слово» вам показываю своих любимых соавторов. Вот Верона Шумилова. И сейчас я наберу мою любимую поэтессу, на стихи которой написал более 160 композиций, романсов, песен. Вот здесь, и заодно я вам показываю, как искать ролики нашей ожившей поэзии. Набираете фамилию Фрумович, потому что все песни, все композиции придумал именно я. И набираете имя поэта. Может быть, это ваше имя. В данном случае я вам хочу показать Воленберг, мою любимую поэтессу. Воленберг. Фрумович Воленберг, и нажимаете «Поиск». И сейчас мы перейдем уже от этого романса, где есть и Пушкин, где есть и... Ну, перейдем к Воленберг, давайте. Перейдем к Воленберг. Вот у меня замечательные композиции на ее стихи. «Послушай песню сердца моего». Давайте послушаем немножечко. Для этого надо включить мне звук. Сейчас я включу звук. Песня называется «Послушай песню сердца моего». Музыка исполнения Самуил Фомич. Музыка
послушай песню сердца моего, под музыку души, там слов не надо, где в ритме только счастье одного, струятся звуки песни звездопада. Послушай и мотив мой подхвати, дуэт сердец, что может быть прекрасней. Переходим к следующей песне, чтобы показать вам побольше композиции с моей любимой поэтессой. Прямо подряд. В моем сердце весна. Давайте послушаем немножечко. Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт» на слова Галины Вольберг. Песня называется «В моем сердце видео из интернета». Послушаем еще, он у меня одни бриллианты на стихи Вольберг. Я любуюсь тобой, прекрасная. Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт» на слова замечательно прекрасная. Музыка исполнила Самуила Помовича, видео из интернета. Сейчас готовится книга Галина Вольберг в ожившей поэзии. Буквально через месяц будет живая книга. Я любуюсь тобой отчаянно, моя нежная радость моя, кто-то создал тебя. Песен на стихи моей любимой Галины Вольберг. Ах, как жалко это видео. Но все-таки я хочу продолжить. Друзья, послушайте мою новую песню. К сожалению. На слова замечательной поэтессы Галины Вольберг. Песня называется «Нежная, славная, милая женщина». Музыка исполнена с Галиной Вольберг. Без лишней скромности я скажу, это шедевры нашей ожившей поэзии. Нежная, славная, милая женщина, с тобой ранимой душой, ты на судьбе моей кем-то отмечена. Ангел ты мой, неземной, пьяный я счастье. Вот видите, я заодно ставлю лайк. Образ твой сердце храню. И подписываюсь. Я сейчас на канале Вероны Шумиловой.
этим самым я эту композицию, когда мы ставим лайк, она попадает на канал человека, который поставил лайк. И вот здесь мы пишем: «Браво, Вольнберг!» Милая, славная, небом мне послана, душу мою усмирить. Браво, поспрашай у Господа, ожившая поесть. Разве так можно любить? Разве так можно до боли, до сладостной? Разве так можно до слез? Я подарю все земные ей радости. Переходим к следующей композиции. Переходим к следующей композиции. Но все просто бриллианты. Я руки твои целую. Чуть-чуть послушаем. Друзья, послушайте новую музыкальную композицию экспромта. На стихи замечательные было помощи видео за дорогие присыпа ожившие поэзии. Ну, еще одну-две послушаем композиции. Ты, ангел мой, я это знаю. Ты позвонишь, задрожа, вдруг потухла свеча. Это одни бриллианты. Вот посмотрим обзор. Да, это обзор, посвященный Вольнберг. Это моя, на мои слова, песня. Романс, ты прости, в туман упадет. Я хочу найти самые мои любимые композиции на стихи Галины Вольнберг. Ну вот видите, вот здесь собрано 80 композиций, остальные, к сожалению, еще не восстановлены. У меня уже более 160 композиций. Давайте вот зайдем вот в этот плейлист и посмотрим, какие там есть композиции. Вот это моя любимая, как раз попала сразу композиция. Друзья, послушайте мою новую песню, которую я писал на слова Галины Вольнберг. Песня называется «Я приду к тебе однажды». Музыка исполнения Самуила Крумовича. Закружились листья в танце, листопад. А в глазах моих тревога, ты не рад. Сквозь осенние туманы и дожди я приду к тебе однажды, только жди. Сквозь осенние туманы и дожди я приду. Жди, с
Следующей композиции «Грустит душа, устав от одиночества». Наверное, я сегодня посвящу этот выпуск Галине Вольнберг. А потом мы продолжим. На слова замечательных поэтесс Галины Вольнберг. Песня называется «Грустит душа, устав от одиночества». Музыка исполнения Савелия Мойча. Грустит душа, устав от одиночества. Наверное, тоскует о тебе. Ей наплевать на странные пророчества и на гадания на моей судьбе. Ей наплевать на странные пророчества и на гадания на моей судьбе. Она не хочет верить в предсказания и вражбе цыганок по руке. Есть у нее заветное желание. Переходим к следующей композиции. Тут что не композиция, то шедевр. Послушайте, пожалуйста. Друзья, послушайте новую песню, которую я назвал «С утра влюбиться и любить». Слова Галины Вольнберг. Музыка исполнена самого Кумовича. Не спрашивай в возрасте меня, я не старее становлюсь мудрее. Бегут припрыжка месяцы года, я ни о чем прошедшем не жалею. Своей не пугай седины и не считай на лице морщины. Не шепчут вы безумно хороши, и смотрят свет красивые мужчины. Не шепчут вы безумно хороши, и смотрят свет красивые мужчины. Мой средний возраст вовсе не беда, я этих лет совсем не ощущаю. Моя душа, как прежде, молода, бесвечная грива, я-то знаю. Мне иногда охота пошалить, каприз души, это такая малость. Или с утра влюбиться, любить, какая к черту тут, скажите, старость. Или с утра влюбиться, любить. Переходим к следующей композиции. Не уходит из сердца боли. Друзья, сегодня 22 июня, день памяти наших героев Отечественной войны. И я написал новую песню, послушайте ее.
на слова замечательной поэтессы Галины Вольфберг. Слова Галины Вольфберг, музыка исполнения самого Вольфберга. Видите, я параллельно... Не уходит из сердца боль, обжигая, впиваясь клыками. Очень страшно бывает порой, мир качается под ногами. Полыхает в огне земля, чья-то жизнь опять под прицелом. 9 граммов всего с лица, но для жизни так много в целом. 9 граммов всего с лица, но для жизни так много в целом. Не уходит из сердца боли, обжигая, впиваясь клыками. Очень страшно бывает порой, мир качается под ногами. Словно годы верхами спят на войне. Послушаем следующую композицию. Вы слышите? Одни шедевры. Уж простите меня за нескромность, но это действительно так. Кто чувствует музыку, кто чувствует стихи, кто чувствует красоту, тот должен это понять. Ты без меня, я без тебя, души крича в разлуке, вечностью снов дышит земля, вечность и наши муки. Ты без меня, я без тебя, души кричат в разлуке, вечностью снов дышит земля, вечность и наши муки. Холод ночей, запах свечей, гаснущих стылью вьюгу. Я же теперь стану ничьей, мы не нужны друг другу. Холод ночей, запах свечей, гаснущих стылую вьюгу. К следующему уже концерту, посвященному. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас 7 июня. И послушаем «Повеяло прошлым», одна из лучших песен на стихи. На стихи не Ольги Мельничук, извините, здесь ошибка, на стихи. Стихи Вольфберг. Рвусь к твоей
думаю, чем закончить? Ну, давайте закончим песнь поэта. Песнь поэта. Нам пора уже заканчивать. Давайте послушаем последнюю композицию. В следующем выпуске я вам буду показывать еще как у моих любимых соавторов. Не, я хотел побольше соавторов, но у Вольнберг столько прекрасных песен, что мне хочется их показать. Друзья, дотянемся до рая. Мы с нашими песнями, композициями, романсами действительно дотягиваемся до рая. И вот недавно один журналист, уже пожилой поэт Сергей Шумский, попросил меня сочинить романс на его стихи. И я сочинил. И он дышит этим, ему 86 лет, он уже умирает, и дышит нашими романсами, и говорит, какая беда случилась, я не могу загрузить ролик с вашими романсами. И он дышит и живет нашей ожившей поэзией. Я бы хотел, чтобы многие дышали и жили нашей замечательной ожившей поэзии. Ведь здесь воспеваются имена лучших поэтов, великих поэтов. И мы будем много еще об этом рассказывать, показывать. И более того, я могу всем, кто желает, на почту подарить книги наши. У нас уже, по-моему, 13 книг. Вот, пожалуйста, сейчас выходит книга новая. Галина Вольнберг «Поживший поэзии». И будет у вас эта книга, где вы сможете нажать на одну ссылочку, нажать, послушать, почитать стихотворение в этой книге, в электронной, и нажать на ссылочку, и будете слушать не так, как сейчас, где я хочу побольше вам показать и трачу на песню там 20-30 секунд. А можете до конца послушать все композиции на стихи, я считаю, гениальной поэтессы Галины Вольнберг. На стихи потом будет
гениальной поэтессы Вероны Шумиловой, современной московской поэтессы, которая пишет романсы. Ну, я думаю, что это надо послушать. Я вам буду показывать. На стихи замечательной поэтессы, мы сейчас с ней не работаем, Ольги Мельничук, на стихи, которые я написал более 850 композиций, песен, романсов. Издано у нас 12 книг и 7 ее личных книг. Но на этом, товарищи, я должен завершить этот выпуск. С вами был Самуил Фрумович. Всего вам доброго. До новых встреч.